Нет времени на выпечку хлеба? Воспользуйтесь рецептом приготовления этого печенья с отрубями и испеките простые, полезные хлебцы. Блюдо не только простое в приготовлении, но и подходит для постящихся. Быстрое галетное печенье с отрубями – рецепт, который пригодится всегда. Минимум ингредиентов, и у вас получится сытная и полезная добавка к основному блюду или печенье для быстрого перекуса. Такие хлебцы-печенья также отлично подойдут для тех, кто соблюдает пост. Обязательно попробуйте приготовить. 1. В миску всыпьте стакан муки и отрубей. Добавьте соду, гашеную лимонным соком. Перемешайте. 2. Далее добавляем соль и кориандр. Перемешиваем. 3. Добавляем 3 столовые ложки оливкового масла и снова перемешиваем. 4. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. 5. Столовые ложки присыпаем мукой, тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем хлебцы любой формы и размера, пока не используете все тесто. У меня кружочки, получилось ровно 30 штук. 6. Выложите все на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпьте семечками льна или любыми другими. Чтобы они прилипли к тесту, смажьте его водой. 7. Выпекаем 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. 8. Дайте печенью остыть и готово. Такие галеты-печенья отлично подходят для быстрого перекуса или в качестве дополнения к супу.